Часа. Нет, да, давайте лучше полонез. От начала до конца сыграем. Що не завершилася репетиція піанобоя. Ми готуємось до палацу спорту. В кожен день у нас є репетиції. Можу бачити це піаніно. І можу змінити професію на один день. А ким же я буду? Ми зіграємо в піано лотерею. І сьогодні я буду кондуктор. Контролер тролейбусу. Здравствуйте. Ольга Ивановна. Моє любиме ім'я. Тепер ще і ви, Ольга. Я очень хочу на сьогодні стати вами. Ага, водитель. У меня водительский стаж за рулем троллейбуса 43 года. Это больше, чем я живу на свете. Этот троллейбус, он идет во дворец спорта. До дворца спорта. Я 38 лет искал маршрут во дворец спорта, и вот наконец-то нашел. Да. А кнопочек у вас тут много, да? Тут много. А золотая кнопка, как на X-Factor, есть у вас тут такая? Чтобы раз и... И шо? И взлететь сразу, нет. Полететь. Ну, а присесть можно? Я не буду ехать. Или буду? Не будете. Так, а сколько у вас тут педалей? У меня на рояле 3. Две. Годовая тормозная. А вы можете, если захотите не выпускать кого-то, не выпускать? Увидели, человек не понравился вам, вы раз закрыли все двери. С пассажирами надо обращаться корректно. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. Я Димон. Яна. Яна, очень приятно. Яна. Вы самая красивая кондукторша. Спасибо. В мире. Да. Ханя! Це наше перше і останнє. А я теж хочу такий наряд, як у вас. О, написано Шуров Дмитрий Ігорович, це моє ім'я. Сьогодні і тільки сьогодні, в честь 8 марта і концерту піанобою во дворце спорта, всі білети по 8 гривень. Двадцаточка. Перші гроші. Пожалуйста, здача. Проїзний. Я теж так всегда говорю. Ви в дворец спорта їздите? Ти проїхала свою сторону. Із-за мене. Пробивайте. Так, готово. Можете їхати. Да, я репетирую, понимаете? Ребазы стали очень дорогие, приходится репетировать теперь в троллейбусах. Как ваше настроение сегодня? Коли у Києві дощ, дощ. Коли у Києві дощ, дощ. Ближе. Да, конечно. Вот видите? Ну, а вы говорили настроение, ладно. Соответственно, погоде. Ваша остановка. 8 марта, дворец спорта. Я люблю твою улыбку, не смелую. Это платье, что подрезала ты сама. Нос и щеки загорелые. И на солнце пятна. Улыбнитесь. Я хочу с тобой уехать куда-нибудь. На все деньги, что мы заработали. И отчаливать на белом катере. Под присмотром многоруких гонять. Простые вещи рулят миром. Под небом. Он? Именно это. Раз в жизни его играю, честно слово. А у вас есть билет? Или вы думаете, что если просто в красное одеться, как мы, вот, то можно бесплатно ездить? Все о тебе. Это как? А у меня посвящение, вот, пожалуйста. Шуров Дмитрий Игоревич, новый работник вашей инфраструктуры. Да я же вам же сыграл полонез Сагинского. Вы что? Нет, давайте лучше полонез. От начала до конца сыграем. Да. I'll be watching you. Every single day. Every night you stay. Вам некомфортно, да, максимально? Очень.
Все хорошо. Сколько вы продали? 5 талонов. Я продал 6. Да. Это 11 талонов. Умножить на 8? 88. 88. Магическое число. Да. Во-первых, это две бесконечности. Да. Это бесконечное количество денег, которые мы с вами сегодня заработаем. Конечно. Во-вторых, 88 клавиш в пианино. Вы понимаете? Это мы с вами сейчас насобирали на рояле. Первые 100 гривен за сегодня. Я вам по гривне дам сдачу. Нет. Кто мне дал вот эти деньги? Только сегодня по 8 гривен. Вы мне конфетку? Да. Человек взял и сделал приятно. Вот просто без причин. Послушайте, ужасно интересно. Слушай, я вас слушаю, я наблюдаю 8 марта. Да, Дворец спорта. Самый большой в моей жизни концерт. Хорошо, приду. Да? Да? А то я вам сейчас билет подарю. За красивые глаза. Да, давайте. Я приду на концерт 8 марта. Дай Бог, чтобы все кондукторы были такие радостные, позитивные. Я вас приглашаю на свой спектакль. Мы идем на... Мы идем... На... Пианобой. Мы идем на пианобой. Мы идем на пианобой. Всего доброго, да. Ольга Ивановна, результаты впечатляющие. Одна девушка дала мне даже 100 гривен. Очень хорошо. И я их потерял. Отдаю жилетку. Может оставить? У вас же есть дети. Ну, берите с собой. 8 марта. Концерт с оркестром. Очень красивая музыка. Спасибо. Я вас приглашаю. Во сколько начало? Начало в 19:00. Палац спорту! Жди меня! Давайте лучше полонез.